Для тех детей, кто любит советские мультфильмы, завод ПФК «Игрушка город Воронеж» выпустил резиновых героев. Кота Леопольда и двух мышей. Это из мультфильма «Кот Леопольд». Все знают. Значит, замечательно. Это резиновые игрушки ПВХ-пластизоль. Да, то есть они мягкие, абсолютно сминаемые, очень удобные. Вот. Если ребенок этим любит, или вы там, знаете, книжечку купили про кота Леопольда, и хотите его с ребенком позаниматься, развить его устную речь, то есть вы можете визуализировать, читая книгу, там есть картинки, но они плоские и так далее, еще вы можете с героями, то есть дать ему в руку какого-то героя, там, провести какую-то беседу, какой-то диалог, какое-то приключение, в общем, для развития, как пособие, для развития визуализации вот этого всего действия литературного, или вот он смотрит мультик, да, то же самое, можно взять и сказать, даже, какие действия, куда пошел кот Леопольд, а что он сказал, а как он это сказал, а что сделали мыши, а как вот они какие-то приключения сделали и так далее. Ребенок будет вовлекаться через вот эти вот визуализированные образы, то есть у него будет как бы 3D-мышление, он будет лучше это все воспринимать, быстрее становление речи, потом будет уже шустрый ребенок, будет очень хорошо говорить, вот прям как я будет говорить. Все говорят, какой ты говорливый. Меня, наверное, мама так со мной занималась, такими вот игрушками. Все, пожалуйста, ссылка под видео, проходите, покупайте замечательные игрушки высокого качества.